Центр «Мой бизнес» Тверской области запустил месяц благотворительности и волонтерства. Первая акция – сбор подарков для подопечных одного из фондов города. Это развивающие игрушки, которые помогут детям с ментальными нарушениями лучше адаптироваться, развить определенные навыки, что не менее важно, подарит им радость и ощущение праздника. Наталья Манаева – предпринимательница более чем с 20-летним стажем. Женщина владеет частным охранным предприятием в Твери. Бизнес-леди уверена, что сегодня благотворительность должна быть неотъемлемой частью работы бизнес-сообщества. Это, наверное, призыв души. И это то состояние, когда ты уже наполнен и можешь делиться внутренним своим состоянием чем-то с другими. Когда ты наполнен, ты хочешь дарить, творить. И, наверное, вот поэтому... Именно поэтому Наталья, не задумываясь, решила принять участие в акции «Мой бизнес помогает». В ее рамках в центре осуществляется сбор подарков для подопечных фонда «Добрый мир». Это развивающие игрушки, которые помогут детям с ментальными нарушениями лучше адаптироваться, развить определенные навыки и, что не менее важно, подарит им радость и ощущение праздника. Мы составили виш-лист, в котором сотрудники фонда подобрали специальные игрушки, которые помогают развиваться детям с ментальными нарушениями. И вот эти вот игрушки предприниматели могут выбрать из вот этого виш-листа, который размещен у нас на сайте и в социальных сетях, либо выбрать какую-то другую игрушку и принести ее к нам в Центр «Мой бизнес» на проспект Победы, 14. Игрушки будут приниматься до 8 июня. Их можно положить в большую подарочную коробку в холле. Центр «Мой бизнес» открыт в будние дни с 9 до 19 часов, в субботу с 10 до 17 часов.